Привет, друзья! Привет! Привет! Мы сейчас находимся в Абу-Даби, и мы приехали в очень важное место. Мы приехали в собор Святого Иосифа, потому что сегодня будет служба. Служба – это литургия за окончание войны в Украине, вот, просьба о мире. Мы попали в Абу-Даби, и наша диаспора, как сказать, получила нового священника. Это отец Любомир. Он из Львова, он только недавно приехал, и вчера было знакомство в Зуме, но мы не успели. Вот, и сегодня мы находимся в таком месте. Честно, мы в Эмиратах никогда в церкви не ходили. У нас в Иляне есть, но это католическое. Это тоже, кстати, больше. Католическое, ну, да. И вот мы в таком месте. Кстати, сейчас перевожу камеру. Смотрите, какая красивая мечеть просто. Мечеть очень интересная. Кстати, Рамадан начался. И прочитайте название, очень интересное название мечети, да? Мечеть Марии, Матери Иисуса. Марии, Матери Иисуса, вот такое смешение религий, не знаю, кто знает, можете написать. И вот перевожу ваш взгляд, рядом с мечетью, что очень приятно, находится католический собор Святого Иосифа, где сегодня будет... Служба называется «Литургия Василия Великого», которую будет читать наш отец диаспоры, отец Любомир. Почему отец диаспоры? Ну, вот, да, он наш отец украинской диаспоры, ну, да? Да, в принципе. Вот поэтому сегодня покажем вам кусочки церкви, молитвы и помолимся. Очень ждем. Сейчас люди видят, очень ждем мира. Со своей службы идут. Да, вот сейчас прошли филиппинцы, очень Нет, много... Индийцы, простите. Очень много прошло людей, и они вышли именно из собора Святого Иосифа. Ну да, это христиане. Что сейчас подойдем ближе, покажем вам собор и покажем, я надеюсь, что разрешат снимать, как проходит литургия в Арабских Эмиратах. Ну, это интересно. И вместе с нами, и для себя вы тоже обратитесь к тем силам, которые вам помогают. Я надеюсь, чтобы все было хорошо. Ну, как можно хорошо? Как можно хорошо в этой ситуации? Чтобы это безумие закончилось, и Украина все равно выиграет в любом случае. Да. Пусть придет победа и мир. Сегодня мы за это будем молиться. Смотрите, какой красивый собор. Сейчас подойдем ближе, мы даже не знаем, куда заходить, только мы соскриншотили, что второй этаж, и нужно показать специальную зеленую программку. У нас в Абу-Даби без этой зеленой программки, где все о вашей истории про модный вирус, вот, никуда заходить нельзя, ни в какой молл вы не зайдете. Тем более в церковь. Ну, тем более, конечно, в церковь. Так, вот вход, наверное, интересно. Даже интересно и непонятно. Столько христиан необычно. Ну как, но все равно... Для нас это необычно. И... Здесь и индусы, и филиппинцы. Ну, да. Вот. Правильно, все хотят мира, все просят мира. Пожалуйста, пусть он придет. А у нас какой? Ой, а у нас святого Джозефа, по-моему. Это ортодокс, кстати, смотри, это православное. Так. А там Джозеф. А, вот нам туда. Вот. Ошибочка вышла. Значит, это святой Энтони. Очень красивый, кстати. А как это они два вместе? Ну, еще почему? Есть. Смотри, мечеть еще. Ничего себе. Вообще интересное такое место. Да. Ну, хорошо, тогда идем, будем заходить туда. Уже осталось времени, начало 8, уже осталось 20 минут. Энтри, вот там Энтри. Идем за молодым человеком, за филиппинцем. Он спросил: украинцы, давайте зеленую программку, и мы вас проведем сейчас. Ух ты! Ага, вот. Вот куда мы заходим. Thank you. Все, едем в лифте на второй этаж. Приятно сейчас встретимся с гражданами нашей страны. Святая вода. С нашей диаспорой. Почему с нашей? Ну, с украинской диаспорой встретимся. А, мне показалось, святая вода с нашей диаспорой. Поняла? Святая вода, почему? Ну,
Вот сейчас, не знаю, там разрешат люди снимать, не разрешат, но кусочки попробуем вам показать. Познакомимся с людьми. Ми заляйно, у нас, ну, є люди із України. Будемо намагатися українською говорити. Маловато. Так. А нас точно сюди відправили? Ага, а куди ж сказали йти? Отец Любомир. Давай с тобой. Не знаю, что работает. Благословенне царство Твоє, Сини Твого, та нині повсякчасно і вічні. Амінь. Господи, помолимося. Господи, помилуй. За Христос, Ти спасіння душ наша, Господи, помолимося. Господи, помилуй. За Христос, Господи, Христос, Ти Боже, Церкви, Весінання, всі, Господи, помолимося. Господи, Господи, помилуй.
Мы идем. Почему? Mm-hmm.